Я пришел с настроением поддержать наших ветеранов, которые заслужили этот праздник. Показать, что этот праздник будет всегда в душах людей. Всегда будет главным в нашей стране. Для нашего народа это памятник Великой Победы, Великой Отечественной войне. И мы всегда его будем праздновать. И мы, и ветераны, и молодежь. Все понимают, какую дорогую цену заплатила наша страна, тогда это был Советский Союз и Украина, за Великую Победу. Поэтому этот праздник нельзя будет преуменьшить, нельзя будет его как-то затушевать. Этот праздник будет всегда в сердцах наших людей. И сегодня это самый большой праздник в нашей стране.